Во всех городах и районах ДНР сегодня реализуется долгосрочный проект общественного движения «Донецкая республика. Яркое детство». Разные спортивные соревнования с участием детворы, развлекательные и познавательные мероприятия, сбор книг для детей. Сегодня все это объединяется в программе «Яркое детство». В Харциске на главной сцене Центра детского и юношеского творчества в рамках этого проекта воспитанники студии «Полиглот» показали спектакль «Чарли и шоколадная фабрика» на английском языке. Чему можно научиться в студии «Полиглот» ЦДЮТЭ? Ее воспитанники исчерпывающе ответили на этот вопрос театрализованной постановкой. Обучение английскому языку в студии не ограничивается заучиванием новых слов и чтением текстов. Полгода назад харцистские полиглоты решились на постановку спектакля. Задумка эта, конечно же, вместе с ребятами была придумана. Все вместе выбирали по мотивам известного фильма Джонни Деппа «Чарли шоколадная фабрика», всем полюбившимся, которые и подростки любят этот фильм, и молодежь. И поэтому вот решили разнообразить немножко скучную английскую однообразную жизнь и развить наши творческие способности именно посредством англоязычной театрализованной сказки. Последние несколько месяцев воспитанники студии «Полиглот» совмещали занятия английским с репетициями, чтобы в итоге показать своим сверстникам и родителям сказку о таинственном путешествии на шоколадную фабрику. Репетировать мы начали в октябре месяце, в конце октября. Сначала была тщательная вычитка программы, так как это тяжелый языковой материал для ребят. Ну и потом уже, конечно же, отработка самой сценической постановки, речи, музыки. Успехи харцистских полиглотов не остались незамеченными. Общественное движение «Донецкая республика» поощрило старания ребят. В рамках проекта «Яркое детство» организована масса интереснейших мероприятий для детей подрастающего поколения Донецкой Народной Республики. И наша задача как раз поддержать стремление детей раскрыть свой талант, применить его в сферах жизни вообще в Донецкой Народной Республике. И мы всегда говорили и будем говорить, что наша республика полна талантливыми детьми. Это кузница талантов была, есть и останется в будущем. Дети наши – это будущее любого общества, любого государства. И раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, каждого маленького гражданина нашей страны. Такую первоочередную задачу поставил глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. В среду проект «Яркое детство» в Харциске получит продолжение. Творческий коллектив Дворца культуры готовит яркое мероприятие для подопечных Центра социальной и физической реабилитации инвалидов.